Самые скромные накопления за годы трудового стажа, вероятнее всего, будут у пенсионеров в республике Тыва, Карачаево-Черкесской республике и Алтайском крае. Жители этих регионов смогут получать лишь по 7-8 тысяч сверх государственной пенсии. Для расчетов исследователи использовали план новой системы добровольных пенсионных отчислений, который подготовил Минфин. Согласно концепции, россияне смогут самостоятельно переводить на специальный счет долю от своей зарплаты. Суммы до 6% будут освобождены от налогов. Выплаты из накопленных средств люди начнут получать при наступлении пенсионного возраста, ну, либо через 30 лет с даты уплаты первого взноса. Мы считаем, что гарантированный пенсионный план может стать привлекательным инструментом для накопления денежных средств на пенсию. Если в законопроекте появятся обязательные условия о доходности, ну, хотя бы не ниже уровня инфляции. В противном случае гражданам намного проще инвестировать и откладывать денежные средства самим через депозиты. Денежные средства в депозитах также застрахованы. Ну и кроме того, люди могут совершенно безболезненно снять любой момент с гарантированного пенсионного плана. Денежные средства можно снять, можно будет снимать только на поступление пенсии. И в принципе единовременно снять данные денежные средства можно будет либо уплатив налог, либо в случае каких-то серьезных заболеваний.